В современном мире человека окружает множество болезней, инфекций и вирусов. Одна из самых опасных – ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека часто протекает бессимптомно. Узнать свой ВИЧ-статус можно, пройдя тестирование. Центр профилактики и борьбы со СПИД организовал выезд мобильного пункта тестирования, где любой желающий мог анонимно и бесплатно сдать анализ. Вот около 3000 человек проходят экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и выбирают вот такие вот мобильные пункты нашего центра. Почему это удобно? Потому что рядом с домом, по пути на работу, по пути в магазин, по пути в учебное учреждение, можно за 10 минут узнать свой ВИЧ-статус. Подобные мобильные центры удобны для граждан. Процедура абсолютно безболезненна и не занимает много времени. Специальным одноразовым тестером у пациента берут кровь из пальца и через 10 минут дают результат. Процедура очень быстрая, очень удобная, можно сказать, прям с доставкой на дом. А почему решила сделать? Сегодняшние условия жизни, напряженный ее ритм и опасности, они заставляют людей больше задуматься о своем здоровье. Акцию проводят по нацпроекту «Демография и здравоохранение». Следующий выезд мобильного центра состоится 15 мая по адресу Гончарова, 23, и будет работать с 12 до 15 часов. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.